за первым взводом, а второй за вторым. Будем надеяться, микрофон нормально работает. Я вообще должен до них добежать, в принципе. Всем взводам, выдвигаться на свои синие метки приняли? Взвод автоматчиков приняли. Передайте минометам. Команда пошла выдвигаться на синие. Минометы у вас, это они... Скажи. Слышим. О, мельница. Прикольно, она еще и вращается. Понял. Зеленый стоп. Мне кажется, эффективнее бы было просто средним ходом. Так, 30 взвод дальше, наверное. Продолжим, да? Дальше, дальше. Так, продолжаем. Перейду. Мы потеряли Фульмана. В смысле, где? Он, видимо, отошел куда-то. Отделение продолжите. А у всех на искать? Повторяю, противник был замечен на А2, вопрос. Противник был замечен на А2. Миноискатель? Это для современных. Так, смотрите, значит, по атаке. Когда побежим в атаку, самое главное, не кучкуйтесь. Не надо бежать за товарищем. Так, ребята, знаете, лучше бежать слева или справа. Наша задача максимально быстро добежать до первого здания и закрепиться. Это дом один. Это дом один. Если есть возможность, можете перебраться. Так, то есть, когда до здания добежите, надо сразу рассыпаться. Внимание, западе от деревни Панфиловка. Команда, построиться в колонну. И сейчас будем выдвигаться на точку перекресток. Задача сделать как можно более скрытно, двигаемся колонны, отделим за отделением. Третий взвод, на связи, говорит штаб, выдвигайтесь по желтым меткам, приняли? Третий взвод принял, третий взвод принял, готовимся к исполнению. Все, принял. Колонну сам поведешь? За мной, за мной. Готовимся. Дома 12, противник. До желтой, понял? Там даже не отделение пехотное, а обычные. Так, ребята, не кучкуемся с другим отделением, чтобы повтори, пожалуйста, потерять. Дома 12, минометное отделение у них стоит. Дома 12, минометное отделение. Принято, третий взвод принял. Ну а мы потом не мужчины. Где ты знаешь? Поступи в немецкую армию. Отделение за мной. Докладывает третий, движение начали. Того же швада про миномет. Слышишь? Да, командир должен. Дома 10, минометное отделение. Штаб, ответь третьему. Вопрос. Слышишь ли ты первый взвод в эфире тебя запрашивает? Один миномет. Легкий ручной миномет у них. На 700 метров, который бьет. Он... Не волнуйтесь, он пока что до нас не достает. Ну, это понятно. У нас тоже есть, только не в нашем отделении. Первое отделение здесь, возле меня. Отделение стоит. Первое отделение здесь. Сейчас заняли, готовимся. Второе, проходите дальше. Так, за мной отделение. Ты что-то как-то потерялся. Тем собраться? Возле меня. Я потерялся? Будемся сейчас вот здесь. Кто? Перед дорогой. И нам так надо будет, получается, пройти вот этот весь путь сейчас вот так вот до вот этих дальше домов. То есть ориентир — это дорога. Уже будет опасный, да? Да. Вот когда дорога... Примерно ориентир по движению, вот эта кто-то дорога. Кто-то из нас уже точно убьет. Скорее всего, справа от нее побежим мы все. Давай.
Давай на цифрах кто первый. Слева будет. Бежим. Походу движение слева будет. Двигаемся за мной. Будем двигаться сейчас в деревню. На метку до мати. Атака, да? Атака идет. Можно вопрос? Все, выходим. Давайте друг за другом. Поехали за мной. Пока что. Отделение за мной. Третий взвод на нулях, двигаемся в колоннах быстрее. О, куда, куда? Все, окей, отделение за мной. До третьей точки желтый взвод. Да. Кукуруза. Я нашел. Докладываю, получается, дома. Пока не бегите, не 10 бегите. 10 минометное отделение. Стамина. В Бразилии. Да если убить по нас. Пехота А3. Да, я понял. А3, А2. Идем пешочком. Ускоряться по команде. Дома 10, минометное отделение противника. Дальше получается ориентир А3, отделение пехот, ну то есть численность не сказали, просто пехота. До куда бежим-то? До третьей желтой. Значит, смотрите, перед нами идем, перед нами сарай, видите, далеко. Задача сарая обойти справа и войти в деревню. Штаб первый взвод разбирается. Метров через 500. Дальше, на... Да, перебросить миномётчик поближе, пускай борцы в деревню подойдут, будут прикрывать нас, потому что с той дистанции, где они сейчас находятся, они... Да, минометы уже переброшены, говорит, что... Вот держимся две. Амбар проходим? Амбар проходим? Мы сейчас получаем... Напротив амбара останавливаемся, напротив амбара останавливаемся, на 5 секунд отдыхаем. Не, у нас просто фляги, мы можем резко. А я-то устаю, у меня нету. Ну ты как раз без фляги нормально. Антик, давай немного ускоришься. Может дать ему флягу, он выпьет и обратно вернет. Приборит штаб, ориентиры для минометов, укажите, куда работать. Ты тащишь 23 барабана? И тебе что, в рюкзачке? Мешочки? Ну там свои союзники, на поясе висят. Я? Отделение стоп, я чтобы вы стамину не тратили. Пейте. Так. Отделение ставить. Все, ребята, давайте восстанавливайте стамину, и сейчас будет просто марш-бросок. Кружи, на, возьми. Товарищ командир взвода, я вперед пойду. Где? А там наши уже вон. Хандик, смотри, а то менингит поменьше. Я так и не понял. Двигаемся дальше. Третий взвод, дальше идите, принял. 10-5 там 5. Так, все. Отделение, внимание, за мной. Противник будет справа стороны. Мы сейчас заходим на 140. Ориентир 140. Второй взвод, ориентир 140, заходит, принял. До домов доходим, останавливаемся, закрепляемся. Минометное отделение врага на домах 10, будьте аккуратнее. Так отделение, все, бегу. Слышишь? Побежали, ребята. Что? Давайте. Нас, короче, торопит, заходите. Да, бегу. Блять, вот гений. Че? Да, они еще, знаешь, эти фляги багуют, короче, они включают металлы, как миноискатель. Давай, Ханзик. Сталин, давай, догоняй. Твой армия был самый быстрый. Так, давайте оружие уже достаем, мы два раза контрол нажимаем, чтобы 100 минут не так тратить. Да если что, не мой командир отделения. Нам надо около домов закрепиться, по приказу взводного. Я понял, так мы уже на третьем этапе, да? На втором. Еще. А еще на втором? Да. Не, ну миссия очень быстро течет. Давайте в линию лучше не будем бежать. Командир в отделении закрепиться в деревню. Грант закрепиться в деревню, приказу. Отделение, по приказу сейчас становимся около этих домов и закрепляемся. Все приняты. Не выглядывайте на юг только, слышите? Крым, я видел твои. Так, отделение закрепиться здесь. За домами
заходим и на юг не высовываемся. Вот, меня слышишь? Здесь, не, давайте здесь. Еще пойдем отделение. Я двоих видел. Первое отделение здесь закрепится, вот здесь, возле домика. Давай к домику. Ко мне. Все, пойдем, идем. Все, здесь путь. Все, никто не потерялся. Скажи, сейчас займемся. Ну что это, пивка для рывка? Высоту нужно зеленку 10 посмотреть. Да, уже восстановился. Ты кто там? Сейчас очень медленно будем продвигаться. Так, отделение, да, да. Отделение здесь. Со стороны. Позиция. Здесь. К домам 9 давай, Грант. Отделение первое за мной. Наша армия за мной. Второй. Дома 9 давай. Чего? Дома 9 занимаем. А у меня нету метока. Слышь? Покажи пальцы. Мы сюда? Сейчас здесь. Ага. Двигайся. Все, иди. Иди уже. Ну вон, оранжевый. Я не знаю, почему так топать стал, это поверхность вот такая. Прижмитесь к стене. Впереди чисто. Как обычно на этой карте делают, враг собирая вот здесь вот обороняется в конце карты, а 1, а 2, а 3 и держит там оборону, потому что там удобно. Это уже, блин, третий раз играем, третий раз они там держат оборону. В конце деревни. Ну, либо на зеленке один. Вот наши идут туда, как раз по оврагу между деревнями. Нам ничего не достанется. Так, товарищ Грант, приказ от замком взвода двигаться на дома 10. Блин, отделение за мной. Вступаем. Наше второе отделение будет через зеленку заходить справа от нас. Ну мы тогда по краю карты. Да, да. Дорогу назад. Все, и по дороге прямо иди.
Грант. Грант. На запад поворачивай, Грант. На запад. Да, я проверил. Поворачиваем. Наверное, наши минометчики. Грант, давай так сделаем. Короче, вот этот холм зови. Который? Южнее дома 12. Здесь высота будет больше, чем на 5. Потом враг сидит, нужно будет подавить и атаковать. Холм, конечно, там это жесткая такая позиция. В прошлый раз нас... Ну, там, короче, который, да, холм? Где? Ну, вон он, да. Тот, и вон тот. А я с дейтстейшниками пойду по городу и там их прижму. Передайте, они, скорее всего, А1, А2. Пускай тут минометы фигачат. Взвод врага, их там уже сидит и все работает. Доложили по дальней, да, что А1, А2 большое скопление противников. Не выдвигаться? Давай, да, ты с юга двигай, мы пойдем. Первое отделение за мной. Идем. На связи, прием. Мы уходим, друг. Да. На высоту никому не выходить. Пока за мной идем, я скажу, как стоп. Впереди лес, там противник, скорее всего. Вот впереди, которые елки первые начинаются. Дальние. С листвой. Осторожно подходим к высоте. Грант. За нами замком бежит, скорее всего. Приказ передать. Слышишь, Грант? Да. Стоп. Отпрыгнулся. Так. Да. Сержант Грант. Противник замечен, смотрите, еще на зеленке 4. Они их растягивают оборону, видно, на север так. Вот. И замком взвода передал, что смещался, ну, в А3, в А4 он здесь спускался потом. В дома выходить. Ну, заходил с поля в дома. Вот. Но здесь, скорее всего, противник будет. Будь внимательный. Такого он передал. Я сейчас здесь окопу выкупаю. Надо как-то подавлять, отвлекать их. Тимик, вон там, ёлка. Ты его видишь уже? Ну, чуть сейчас подымемся и заметим. Понял, ну двигаемся дальше, в общем. Мне штурмовать там противника вот этого? Да. Отделение, подходим ко мне. Стрелял. Шальная. Ну, мы кто-то стрелял из наших или нет? Не знаю, так вот чувствую, по нам шальной какой-то, да? Это винтовки, винтовочный патрон. Давайте окопы копнем прямо здесь на всякий случай. Передо мной я сейчас начну копать. Давай. Помогаю. Копаю. Слева, справа от меня на всякий случай. Потом следующий еще копнем. Какие копаешь? Короткий, либо средний. Да.
километр. Я понял, но мы сейчас на всякий случай здесь копаем. Копаю, помогайте. И потом чуть дальше уже будем копать для подавления. С права ставлю, еще один. Пулеметный расчет остается здесь. А, у нас нет пулемета. С ВТ-шников можно оставить и прикрыть. Нет, с ВТ-шки как раз для подавления самое то. И таким же макаром сейчас выкопаем дальше. Давайте за мной сейчас цепочечку. Надо будет быстро копнуть. У кого винтовки, разрешаю вести огонь, не копать. Впереди вижу окопы. Далеко, далеко. Средние окопы. Справа ставлю. Помогаем друг другу. Копаю. Ты как бурин стоишь? Средний поставил. Средние окопы, средние. Заднюю тоже лучше будет? Да, да. Заднюю, знаете как, не надо разворачиваться, копать такой же. Нужно как бы чуть назад отойти и параллельно, чтобы места было нам поменьше. Такой же дугой получается? Да, по-моему. Месяц получается. Не, не болитесь, я чувствую, что не болитесь. Все накопаем. Не слышал, что сказал? Не, я копаю. Вот полмесяца задний копаем. Принял, мы сейчас будем подавлять. Герман, подойди. Если сейчас что, атакует известно кто? Будет атаковать. В плане? Ну, со самим штурмом, кто будет делать? Да, вставлю. Слушай, там второй взвод атакует. Мы пока так, на поддержке. Пока постреляйте по ним. Если через 5 минут не вернулись, лучше смещайтесь в низину, да. И попробуйте через низину атаковать с правой части деревни, понял? Там медиков сзади отстреливают. Что, остальные есть? Я рад. А вы медики все? Да, мы все медики. Понял. Вот там может быть, но там простреливается. Можешь послать со мной одного человека, попробуем раненых вынести, может. Да мы прям там, наверное, сможем полечить. Там простреливается. Понял. Кстати, у вас там отделение ППРА. Связист жив? Хочешь, пойдем в машину. Связист жив? Связист, я из-за связиста, из-за командира. Сейчас миномет запущу. Те, кто выкопал, подходим. Начинаем подавлять. О, тут для ППШ вообще же. Разрешите открыть огонь. Сейчас, секунду.
Разрешаю всем открыть. Танцы тут, конечно. Ну, по трассерам, поориентируйтесь по трассерам. Вот вон. 285. Так, по бокам может тоже поставить? По трассерам ориентируйтесь, зарядите трассера. Винтовочники 700. Ушел, наверное, смысл стрелять на такую дистанцию. Не, далеко. Не, команда. Подмену стрелять. Вон, черные деревья. И черные деревья. Дальше. Выполняли где? Нет, 4 магазина, я не буду. Да, ну, у меня 13 дисков всего. Надо было все покупать, а меня остановить. Он же сказал. Наше преимущество не в том. Скоммуниздили. Так, вы третий, да? Где у вас взводной? Взводный в деревне там. Деревня. В каком ведете огонь? Да он вообще не выходит. Он умер, походу. В каком ведете огонь, брат? Вон они весь противник. Там? 285. Вон окопа прямо перед нами, да? Чтоб миномет навести. Вот перед нами, видишь, Айди? Давай. Прямо перед нами миномет. Минометчик, слышишь? Всего навожу миномет уже. Давай, наводи. Сейчас мы отыгрываем вакуум. Давай. Азимут 285. 285, Азимут. Есть 285. Один сейчас. Выстрел. Максимальную дистанцию ставь, максимально. Вон не стреляется там. Не стрелять никому. Ставь. Отыграй. Все, готов. Огонь. Все, сейчас корректируйте. Дистанция максимальная. Дальше. Это максимальная дистанция? Да, это максимально. Не достаешь. Надо просто ближе и окоп перекопать перед минометом. Минометом. Миномет, слушаешь? Да, слышу. Стойте, подождите, здесь. Мы сейчас сами копнем для вас окоп. Сами, впереди. Ну там еще надо 200 метров, наверное. Так может деревьев до тех рвануть и там? Да, до забора вон туда. Сейчас смотрите, задача резко вперед на 200 метров. Я как остановлюсь, сразу начну копать. А так давай пока стамина не кончится, кран добежим и поставим. Поставили же нас. А что сделать теперь? Пусть начнем копать. Приготовься, вперед. Всем вперед, жали. Медики есть? Медики живые?
Вступаю. Ой, перестрелят сейчас. Дымы, дымы кидайте, у кого есть дымы? Нет дымов. Ложитесь, 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 я первый копаю. Давайте мой копаем, мой копаем, мой копаем, быстрее. Чего? Подожди, подожди. Мой копаем, копаем, быстрее что. Потом от первого начнем копать. Завязывай, закончил. Все ж копаю. Там впереди нас перебиты или ранены? Убиты. Азимут здесь также 285, один быстро. Да, давай, я один. Тебе сейчас. Да, я видел. Что у меня? Выкуси. 600 правее. 600 правее. О. Чуть вправо. Да как если... Это нормально, это всегда так показывает. Давай заднюю копнем. Копнешь, блин? Чего? Сзади? Заднюю. Еще сюда. Еще правее. Еще сюда. Тут же выстрел. 500 выстрел. Серж, отойди лучше от миномета, а то как это заденет. Так, ставлю. Я не вижу. Поставил. 500 выстрел. Выстрел. Еще прям тут же выстрел 500. Ты почему-то вправо сдвинул, да, походу? Я вправо, ну ты сказал правее, я нет, не правее. Нет, влевее сдвигай, братан. 285, повторяю, 500, выстрел. 600, все, возвращай 600, 600 возвращай. Последний на хорошо, 600. Все, нет, только дымовые остались. 600, дымовой. Это пипец разлёт такой, что-то влево, вправо. Ладно. Оставь пока, стоп, стоп, поставь. Сейчас никто не атакует. Двести восемьдесят семь. Есть. Дистанция 600. Выстрел. Дымовой. Заряжай дымовой. Всем приготовиться к атаке. Пятьсот пятьдесят можешь поставить? Могу. 550 выстрел. Есть. Не слышал. Все, выстрел. Чуть правее выстрел. Сейчас рассеется там, не успеешь.
Не слышал выстрел. Выстрел был. Много там вообще? Еще два. Держись. Выстрел. Еще. Есть выстрел. Чуть левее выстрел, так же, чуть левее. Чуть левее выстрел. Приготовиться всем к атаке. Дымы. Есть, есть у меня дымы к моменту. Да, человек, он привез. Нет, нету дымов. Там он уже умер. Отделение, в атаку на дым, в атаку на дым, в атаку на дым. Да, всем, да, всем да, атаку да. На дым. Второй взвод, пусть атакует дальше. Второй взвод, где находитесь? Бери динамики. Ползком, если что, ползком. Что погиб? Этого командования. Ну, вот он...